продолжаем хайпить. Студенческим капустником порадовали коллектив Заинского политехнического колледжа студенты. В этом году он прошел уже в 10-й раз. В традиционном мероприятии приняли участие по большей части первокурсники, но не возбранялось участие всех желающих. Для первокурсников капустник – своего рода экзамен. Показать, на что способны будущие специалисты, кроме успешной учебы. Мы проводим в этот день такое мероприятие, которое называется «Даешь молодежь». Участвуют все студенты. И, конечно, те, кто желают. Те, кто имеет какие-то творческие способности, сегодня вы их видели на сцене. Замечательные ребята. Как никогда, очень активные первокурсники. И, как всегда, поддерживают нас те, кто учится уже не первый год. Всего в концерт вошли 17 творческих номеров различных направлений. Танец, вокал, импровизация. В колледже учатся порядка 500 студентов. В этом году на первый курс колледжа поступили 176 студентов. «Капустник» – одно из мероприятий общественной жизни колледжа, которое еще больше сплачивает студенческое сообщество. Лучшие номера войдут в праздничный концерт, посвященный Дню матери, который пройдет в колледже. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.